Все, половину выполнили. Я вас тоже с праздником поздравляю. Но я когда всегда поздравляю каким-то христианским праздником, я всегда говорю, у меня один праздник. Его зовут Иисус Христос. Но на самом деле, потому что все праздники христианские, они в принципе о нем. Все как преддверие Иисуса Христа. И поэтому лучше, когда мы это все поймем тоже сами. Я действительно, когда так отвечаю, я не шучу, если честно. Это действительно как бы просто является частью моей жизни. И мне нравится это осознавать. Вот. Поэтому сегодня праздник, и сегодня, может быть, служение получится немножко подлиннее, чем обычно, но вы давайте немножко так ободритесь, встрепенитесь, настройтесь, еще что-то получить, еще что-то послушать. Я уверен, что вы сегодня что-то получите, потому что та тема, которую я хочу сегодня затронуть, она касается каждого человека. Вот просто каждого человека, независимо от того, где он находится. И я хотел бы для того, чтобы быстрее вас ввести в курс дела, сказать тоже, как она родилась. Я в последнее время стал размышлять над одним стихом, ну, не то чтобы над одним стихом, над именно принципом таким. Когда Иисус строит свою команду, да, строит, пришел, вы знаете, что Иисус пришел делать? Он пришел Царство Божие строить здесь, на земле. И вот когда Он строил свою команду, Он им сказал один очень важный принцип, который людям очень трудно воплотить на практике. Он сказал, что пусть тот, кто из вас хочет быть первым, будет последним. И вот в последнее время я начал думать об этом, потому что мы начинаем строить команду и тоже строим, как бы вот, да, какое-то дело здесь для Бога на земле. И как вот действительно этот принцип, его понять, охватить? И вы знаете, что там вот, и то, что мне открылось, оно не так действительно очевидно, на первый взгляд. Потому что мы все знали про этот принцип, много раз слышали. Особенно христиане, которые уже долгое время в Боге. И они своеобразно так практикуют этот принцип. Я знаю, потому что я сам был в их числе, и вообще, и по сей день являюсь этим. И первое, что мы делаем, это вот Иисус сказал то, что если кто хочет из вас быть первым, пусть будет последним. Соответственно, что Он сказал? Первоначально нам кажется, что как будто бы первым быть это не очень хорошо. Да? Что как будто бы лучше быть последним. Правильно или нет? Вот такая первая логика из этого выходящего, если не подумать. Но Иисус сказал, если кто хочет из вас быть первым. Соответственно, он сказал, что хотеть быть первым – это неплохо. Апостол Павел пишет в своих посланиях, кто епископство желает, доброго желает. Да? И то, что, соответственно, нам Библия дает такое направление, что это неплохо – хотеть быть первым. Мало того, что если вы задумаетесь, то это просто мы с вами, каждый из нас, в нас заложено это желание быть первым. Или кому-то нравится проигрывать. Нет? Спросите себя. Кому-то нравится быть побежденным? Ну вот в чем заключается иногда такая ловушка духовная, когда мы глубоко не думаем, мы хотим быть последними, практиковать этот стих, быть последним, да,
быть слугою без решения, без желания, без заявления внутри себя, что ты на самом деле хочешь быть первым. Если ты пытаешься это практиковать без этого желания, без этого решения, без этой осознанности быть первым, то тогда что ты практикуешь? Тогда ты практикуешь духовную гордость. Ты говоришь. То есть ты не заявляешь, ты не выступаешь, и ты пытаешься быть таким хитромудрым, быть последним, не беря на себя ответственности никакой, не заявляя о том, что ты хочешь побеждать. И сидишь такой, а мне не надо, да? А мне все равно. Пускай они идут вперед, а я тут за спинами посижу, да? Часто вот мы так иногда вот практикуем этот стих. Я вам сам про себя говорю, я видел такое и сталкиваюсь с этим. Но Иисус, Он на самом деле не говорил про то, что первым быть плохо. Мало того, Он сам первый. Он сам первый, Он победитель. В нас заложено от Бога, в наше человеческое естество быть победителем. Знаете, как я много раз видел христиан, которые, когда играют в футбол, или играют в шахматы, или еще в что-то, они непобедимые. Они сделают все, чтобы не проиграть. Они приложат все усилия. Но когда дело доходит до христианства, когда дело доходит до того, чтобы брать на себя ответственность и заявлять о том, что на самом деле ты хочешь быть первым, что ты хочешь духовные дары, что ты хочешь действительно иметь благословение от Бога и быть первым в чем-то, то мы почему-то вот включаем такую мудрость, такую хитрость внутреннюю в виде гордости, что я займу такую позицию, потому что Иисус сказал, что лучше быть последним. Понимаете, про что я говорю или нет? Согласны или нет? Что это очень так близко, очень так похоже. А на самом деле внутри нас есть какие мотивы, да? Лень, неуверенность, то, что мы, может быть, у нас не получится, то, что, может быть, кто-то нас обгонит, и мы тогда не хотим даже вот начинать это состязание. Но апостол Павел, он сказал, то, что я, он сказал в своем послании, Так из него вырвалось, он говорит, много спортсменов участвуют на ресталище, но лишь один получает награду. И он сказал, так бегите же так, чтобы получить награду. И если вот это вот смотреть по человеческой логике, да, что как у людей принято, что первый может быть только один, то у нас руки опускаются. Вот я смотрю иногда серьезные соревнования, Олимпиада, сколько хороших спортсменов, и как, там, я не знаю, возьмите биатлон там или что-то, когда зависит от того, как ты бежишь, и от того, как ты стреляешь, да, и еще ветер может подуть, да, а еще кто-то может тебе на лыжу наступить, да, и ты можешь упасть. Как мало шансов победить, да? Но тем не менее, они все равно все тренируются, они соблюдают диету, они... Почему? Потому что они хотят быть первыми. И это просто ихнее состояние, это ихнее состояние мышления. То, что действительно Богом в нас заложено свыше, изначально, как в людей, это стремление быть первым. Это стремление так делать вещи, чтобы действительно быть первым. Чтобы не просто делать, потому что пробовать, но именно так, как он говорит, как Павел сказал, да, много участвуют, но лишь один получает венец. Так живите, так думайте, что вы получите венец. Трудно, правильно? Трудно. Трудно взять на себя эту ответственность. Трудно заявить, что я буду это пытаться. Но это мышление. Понимаете, это мышление. Это определенное направление в жизни. Как мы хотим свою жизнь прожить? Просто вот так вот серо повторять за другими или в чем-то стать первым? Есть в Ветхом Завете очень одна интересная история про двух братьев. Иаков и Исав. Вернее, Исав и Иаков. Они родились у Исаака. Исаак был сыном Авраама. Знаете, да, есть? Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да? И вот это вот три поколения. И вот Авраам, у него был сын Исаак. И вот у Исаака родились два сына.
два близнеца. И они родились вместе практически. Но первый вышел Исав, а второй держался за его пятку. Вот тот выходил, а этот держался за его пятку. И вот такая история произошла, и они потом выросли и росли какое-то время. И вы представляете, вот в Библии есть такое понятие, как первородство. Да, мы сегодня чуть-чуть об этом тоже говорили. И это как вот такой факт. Вот первородному больше, первородный быть лучше. Первородный получает все привилегии. Да? Первородный — это первый, это победитель, это первенец. И вот этот вот Иаков, он родился вторым. И вы понимаете, что это как сказать, как клеймо. Всегда второй. Все. Ничего нельзя изменить. Просто родился. Просто как будто бы вот случайность. Просто бы вот там они перепутались в чреве. Но он вышел, держался за пятку. И что можно изменить? Ничего нельзя изменить. Правильно или нет? Все, родились. Один первый, другой второй. И вот тебя назвали, его назвали вторым. Все. И вот этот вот первый, которого отец любил, который стал хорошим охотником, которого девушки любили, он девушек любил, правда, из чужого города, то, что не нравилось родителям, но он был все равно первый, он был любимец у отца, и вот этот был второй. Просто вот рожден быть вторым, вы представляете? Что делать в такой ситуации? Смириться? Смириться, просто признать, ну, второй и второй. Я хочу, чтобы мы думали о своей жизни, как мы. Понимаете, что это мышление, на самом деле, наше мышление. Потому что вот жизнь часто так сказать, мы сами выбираем эту позицию. Так вот получилось, что мы все время вторые, третьи, четвертые, но никак не первые. Так уж произошло, ничего с этим не изменить. Все время кто-то обгоняет, все время кто-то вперед, все время кто-то лучше. Все время кто-то нам диктует что-то, да? Общество диктует. Знакомые твои диктуют, да? Да ладно ты. Куда ты лезешь? Может быть, родители даже тебе говорят, да? Может быть, муж твой тебе говорит, или жена, что твое место так это. И ты уже свыкся и признал, что вот оно, мое место, оно такое. Я и не личность уже в этой жизни совершенно. И вот Иаков жил в таком состоянии. Жил, но верил. Жил и готовился. Для того, чтобы использовать этот момент, чтобы однажды обогнать брата. И вот однажды этот момент представился. Когда этот Исав, который получил это все даром, который не ценил это, который вот так вот жил просто, охотился, у него все уже было. Как можно потерять первородство? Да? Все, история уже так сложилась, как можно потерять первородство? Пошел однажды на охоту, задержался там подольше, пришел очень голодный. И первый, кого он встретил, своего брата, и он такой был голодный, что он говорил, что вот умираю, есть хочу, покорми меня. А у того, а тут с женщиной жил такой тихий, варил там что-то в горшке. Он ему говорит, а продай мне свое первородство, я тебе говорю. И тот вот такой, вот он уставший все, ты чего заберем, ты потом только поесть. И вот таким вот образом, вот знаете, это как будто бы шутка, как будто бы вот ничего в этом, никакой силы нет, какое первородство, ну первый я, второй, какая разница, кто как называется, правильно? А для того было важно. Он готовился, он верил, он не соглашался с этой своей позицией быть вторым в этой жизни, просто быть вторым. И все, накормил, тот поел, ничего не произошло. Ничего не произошло в этот момент. Так, внутри, у них, между ними. Но потом происходит ситуация, когда отец умирает и зовет старшего сына, чтобы благословить его перед смертью, первым благословением первенца, отдать ему вот это вот Божье благословение, духовное благословение, основное благословение. И там происходит такая определенная ситуация, мама услышала, мама переживала за этого второго сына, видимо, знала, как тот переживает о том, что он не первый. И там все так
подговорили, да, что он переоделся, потому что отец был слепой, плохо видел. Он переоделся в своего старшего брата, надел на руку шкуру, потому что тот был волосатый. Пришел к отцу, накормил его любимой едой и забрал благословение. Забрал, стал первым. Это очень большой символ имеет для нас, правда? Потому что Бог сказал: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Вот все должно было получиться так, что он Бог Авраама, Исаака и Исава. Но Иаков стал первым, кто изменил ход истории, кто изменил просто мышление, сделал невозможное возможным просто потому, что верил, что это можно сделать. Просто потому, что делал эти маленькие шаги, просто потому, что очень этого хотел. Просто потому, что он заявил внутри себя, что он хочет быть первым. Что он не хочет в этой жизни быть лузером. Что он не хочет быть в этой жизни неиспользованным, невостребованным. Просто вот прожить такую серую жизнь. Он захотел стать первым. И вот этот прообраз, он имеет очень такое сильное для нас значение, потому что он действительно переоделся в своего брата перед отцом. И мы имеем с вами, мы сегодня, да, мы говорим о празднике Пасха, о том, что сделал Иисус. Да? Что сделал Иисус? Иисус первенец. Он первый. Он первенец из первых. Лидер лидеров, царь царей, Господь господствующих. Он это прошел, он это вынес. И знаете, что он сделал? Он дал нам эту возможность через него, в нем стать первыми. Одевшись в него, потому что Библия нам говорит: облекитесь во Христа. Облекитесь во Христа. Бог хочет сегодня смотреть на нас, как на Христа. Бог хочет, чтобы мы его обманули. Как Иаков обманул отца. Он нам дал эту возможность. Он говорит, то, что вы из-за греха, из-за того, что сатана обманул однажды, да, Еву, из-за того, что Адам оступился, вы не имеете уже никаких привилегий, никаких полномочий. Действительно, вот то мышление, которое имеет каждый из нас с вами. Именно я сейчас говорю, что это мышление, которое нам навязано, которое на самом деле не наше мышление. Потому что наше мышление настоящее – это быть первыми, это быть победителями. Потому что Библия сказала то, что мы… Давайте я вам прочитаю Евреям, 12 глава, что мы за церковь на самом деле. Двенадцатая глава, 23 стих, 22. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, к торжествующему собору и церкви первенцев». Понимаете? Церковь первенцев. Ни один пастор, ни один лидер, ни один кто-то. Церковь первенцев. Церковь людей с мышлением победителя. Понимаете, что такое мышление победителя? Мышление победителя – то, что говорит Павел. То, что я так бегу, чтобы быть первым. Я так все делаю, чтобы быть первым. И все. Я говорю то, что это может быть сложно, да, представить, потому что вот действительно мы привыкли жить в этой массе людей, в серой массе, где нам все навязывает, то, что ты один из многих, то, что есть толпа, не нужно высовываться и так далее. То, что уже все внутри тебя говорит, все, вот доживешь и слава Богу, да, доползешь и так далее. Нет. Церковь первенцев. Есть еще то, что нужно побеждать. Есть очень много вещей, в которых мы должны стать первыми. Для каждого есть возможность стать первыми. Вы посмотрите Евангелие, и мы просто смотрим на этих людей, которые приближались к Иисусу. Вспомните, Закхей залез на дерево. Разве он видел когда-то подобный пример, что нужно залезть на дерево от кого-то? Нет. Его мышление было таким, он так хотел увидеть Иисуса, он так хотел эту встречу с Богом, что забежал, был маленький ростом и не мог увидеть. Но у него мозги работали.
как у первого человека. Он залез на это, он забежал вперед, он просчитал, какова будет дорога, он залез на это дерево. И Иисус, когда мимо проходил, сказал: Закхей, спускайся, сегодня вечером у тебя дома обедаю. Женщина, которая, да, кровотечение у нее было, да, тоже одна в толпе из многих, толпа была большая, но было в ней что-то такое, что она сказала себе: я прикоснусь и исцелюсь. Она все деньги на врачей потратила, но она имела этот принцип, и мы про нее читаем в Библии. Мы читаем в Евангелии про четырех друзей, которые взяли на носилках, принесли своего друга, разобрали крышу и спустили его к Иисусу. Они тоже не видели никакого примера, как нужно сделать для этого. Понимаете, про что говорю? Мы привыкли так найти для себя какой-то пример, для того, чтобы нам кто-то дорожку протоптал, для того, чтобы нам как бы сказали, как нам нужно идти. Но нет, первый протопчешь. Ты, свои опыты. Никодим пришел ночью, боялся днем, пришел ночью и получил то, что хотел. И изменил свое тоже мышление. Поэтому вот все, что я читаю в Библии на самом деле, это вот про то, кто мы на самом деле. С чем ты согласишься? На что ты разменяешься? Как Исав, на похлебку, на то, что просто тебе сейчас важно. Что произошло с Исавом, да? В какой момент это с ним произошло? Вот именно тогда, когда он не смог остановить этот голод, эту жажду, вот это насущное, что его так сильно волновало, то, что вот было важно для него, он расслабился, что это можно не потерять. Я просто вот, ну, я переживаю, потому что я сам так жил, я вижу, как иногда живут христиане, они думают, что они это не потеряют. Но это мышление Исава. Когда мы просто не можем расставить приоритеты, и когда эта ситуация произойдет, уже ничего нельзя будет изменить. Просто данность такая, он не виноват был ни в чем, он просто есть хотел. Не было у него выбора, не было вариантов. Сам себя загнал в эту ловушку, потому что не ценил, потому что не хотел. И написано, что когда он пришел второй на этот раз, когда первый забрал это благословение у отца, написано, что он со слезами умолял отца изменить свое решение. Но отец не сделал ничего, не смог. Он принял, как от Бога, что тот взял и обогнал, взял и опередил. Через что? Через веру. Понимаете, просто вера. Просто потому, что он поверил, просто потому, что он не сдался, просто потому, что он не принял. Мы иногда думаем, что вера – это принять, да, что-то от Бога. Часто вера – это не принять, что не от Бога. Просто не согласиться с этой позицией, быть каким-то вторым в этой жизни, быть серым. Что духовные дары – это не твои дары. Или, может быть, какой-то один, самый простенький, на языках молиться. Исцелять – это не мое. Пророчествовать – не мое. Слово мудрости – это вообще не знаю, что такое. Павел говорит: ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о дарах духовных. На самом деле, потому что Иисус все сделал для того, чтобы мы были победителями, для того, чтобы мы могли всем этим воспользоваться, для того, чтобы мы просто могли в этой жизни жить радостной жизнью победителя. Потому что, ну, я уже сказал, что в нас это заложено. Мы ни от чего большего наслаждения не получаем, наверное, чем когда мы побеждаем, чем когда мы достигаем чего-то. А мы часто соглашаемся просто с этим. И подстраиваемся иногда, особенно я говорю христианам, под этот стих, что пусть тот, кто хочет быть первым, будет как последним. Но надо хотеть быть первым, для того, чтобы практиковать эту вторую часть, быть последним, быть слугою. Хотеть первым – это важно. А мы подстроили это и так вот закрыли, что почему ты не участвуешь, почему ты то не делаешь, что не делаешь. А у нас внутри есть такое как бы оправдание, что, ну, в чем мне высовываться, я хочу быть последним. То есть ты без заявления быть первым хочешь
быть последним. Но для чего хотеть быть последним, если не хочешь быть первым? Это бессмысленно. Это ничего не дает. Это получится больше на мышление Исава, похоже, который просто вот так жил, имея уже это все, не оценивая, и все. И однажды взял тот и обогнал его. И стал, вошел вот в это, потому что Бог сказал: я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Все три и все первые. Авраам тот, кто первый услышал голос Бога и пошел, просто послушался. Исаак тот, кто первый родился по обетованию. Да? От Бога. Иаков круче всех почти. Он изменил просто ход вещей человеческих. Просто изменил историю. Изменил мышление. Просто вот сделал невозможное возможное. Понимаете, что он сделал, нет? Невозможное. Ведь он родился вторым. Все, это факт. Но взял веру и изменил. Вы представляете? Вот просто такой у меня вопрос. Откуда ты знаешь, кто ты? Вот откуда ты знаешь? Мы сейчас находимся примерно все в середине нашей жизни. Да? Нашего времени. В середине нашей жизни. Кто тебе сказал, кто ты? Откуда? Родители, знакомые, городок твой, друзья. Вспомните Петра, вспомните Павла. Рыбак до половины жизни. Все. Вроде кажется, все. Потому что вон их куча рыбаков, уже стареньких, таких же, которые были и до половины жизни рыбаками, и до второй половины, до конца, также рыбаками. Но Иисус однажды взял и позвал. И кем он стал? Первым апостолом. Первым апостолом. Еще самое интересное, вы представьте, как Бог иногда делает, да, и возьми того же Павла, да, вот Павел и Петр очень такие, если их вот посмотреть повнимательнее. Бог так меняет просто вот представление всех вокруг, что даже вот невозможно. Петр становится первым апостолом евреев, иудеев, мудрейших людей, духовных людей, рыбак. Представляете? Рыбак, мужик, становится не, без ученой степени, без всего, первым апостолом евреев. Представить невозможно. Кто бы мог предсказать и сказать ему, что вот его жизнь, она вот в этом. Откуда ты знаешь, кто ты? А Павел думал быть фарисеем, думал, вот он-то как раз и хотел быть апостолом евреев. Вот эти. А знаете, что сделал Бог? Он сделал его первым апостолом язычников. Тех, которых он ненавидел всю свою жизнь. Его просто вот трясло от этого слова даже. Вы знаете, как у них в культуре? А это для них язычники, это что-то нечистое. Его всю жизнь в этом воспитывали. И это просто вот для него было что-то вот. А Бог берет и делает его первым апостолом язычников. Бог наполняет его такой любовью к этим людям, такой дружбой к этим людям. Читайте послание, вы увидите, как он их полюбил, как он их защищал, как он боролся за то, чтобы их не обрезывали, эти евреи. Представляете, какое вот изменение просто, да, в жизни двух этих людей, в середине жизни просто взяли и взяло все и изменилось. Потому что пошли за Иисусом просто. Пошли, от всего сердца пошли. Есть еще один очень хороший пример про двух пророков. Одного звали Илия, другого звали Елисей. И вот Илия, это был такой пророк, вот духовно его найти невозможно было. Супер пророк просто. Действительно, Божий помазанник. Такие дела, которые сотворил Илия, не творил до него никто. Он по молитве 3 года не было дождя в Израиле. Потом, когда опять помолился, пошел дождь. Однажды они устроили соревнование там. Сказали: давай 400 ваших пророков, а я один. Делаем жертвенник и молимся. И у кого сгорит, у того, тот и победитель. И вот там эти 400 устроили.
Они бегали целый день, а он сидел, смеялся. Что-то они там танцуют, поют, Бога просят, а Илья сидит и смеется. Говорит, громче, громче, Бог не слышит. Он, наверное, спит, вам надо громче. Понимаете, он сидел и смеялся. И все, они до вечера, у них ничего не получилось. А он потом говорит, давайте еще землю выкопайте, все водой залейте, все облейте водой. И только после этого буду что-то делать. И он помолился, и сгорело все, даже камни, вода и все. Потом он этих 400 пророков, ну, это Ветхий Завет. Но смысл, да, что это победитель был. Это был победитель, это был мощный пророк, там были еще вещи, которые он сотворил. И вот представляете, он берет себе ученика, Елисея, работягу, который всю жизнь пас, не пас, а пахал поля. Написано, у него было валы, он пахал на валах. И просто берет его себе ученики и ведет. И потом он получает это откровение, что Бог его забирает, он говорит, все, оставь, отстань от меня. А он говорит, нет, не отстану. Ладно, дальше пошли, говорит, все, здесь останься, дальше нет, я за тобой до конца. Ну, и, то есть он его замучил, этот вот Елисей. И потом, ладно, тут говорит, все, проси у меня, что хочешь, меня Бог сейчас скоро заберет, проси у меня, что хочешь. Знаете, в чем он попросил? Он попросил в два раза больше духа, чем у Илии. Вы представляете? Знаете, что этот дух начал говорить? Ты куда, пацан? Как можно быть больше, чем я? Как можно вообще-то попросить? Я не знаю, как... Вы представляете, откуда может взяться эта мысль? Попросить в два раза больше, чем у такого просто... красавца, как Илия, который приблизится, он думал, он попросит что-то там вот, хотя бы чуть-чуть, вот что-то, мне может хоть что-нибудь бы сделать. А он говорит, я хочу то же самое, что ты, но только еще в два раза больше. Представляете? Вот оно мышление первого. Понимаете? Даже если ты думаешь, что да, перед тобой есть, вот не достигнуть, невозможно, и все думают, что это невозможно, а он берет их в два раза больше просит. Просто два духа хочу, как у тебя. И получил. И получил. Поэтому мы должны понять, что мы можем. Мы должны понять и спросить себя, откуда действительно я знаю, кто я. Все, что нам нужно, это вот просто в принципе поверить, одеться во Христа, взять у Него силу, и просто двигаться. Для начала хотя бы просто начать мечтать. Для начала хотя бы просто побороться с этим стереотипом, который навязали тебе окружающее общество, что вот все, ты и такой не высовывайся. Вспомните Давида. Пастух, пацан. Самый последний, его даже не позвали. Когда пришел пророк, чтобы помазать нового царя, даже никто даже не подумал позвать Давида. Оказалось, что это он. И когда он пришел, я помню, вот перед тем, как он убил Голиафа, знаете эту историю, да? Когда его братья были на войне, старшие братья, духовные, да? Мы говорим про духовные, христиане, которые были на войне, они были взрослые, он пришел им покушать, принести и проведать. И там этот Голиаф, трехметровый, который всех держит в страхе, который просто издевается над войском, как там дальше сказано, Бога живого. И Давид начал интересоваться, а что там кричит, кто там кричит? Расскажите мне, мне интересно, а что с ним нужно сделать? А что дадут тому, кто его убьет? И он начинает вот так вот просто интересоваться. И его старшие братья, знаете, что делают? Они ему говорят, что ты лезешь? Мы знаем тебя, ты гордый, наглый, мелкий. Пришел на сражение посмотреть. Понимаете, начинает, да, ему рассказывать, кто он. Давид, и самое главное, что Давид не стал тоже с ними спорить. Да вы и сами гордые, вы сами наглые, вы ничего не понимаете, я духовный. И он говорит, ну я ничего не сказал, я просто интересуюсь. Мне просто интересно. Он не стал с братьями больше разговаривать. Пошел, заявил,
что убьет. Эти слова передали царю. И вот он попытались одеть царские одежды. Ну, знаете, как эта история закончилась, да? Он убил этого Голиафа из пращи и камня в лоб. И пришла победа, да, все увидели. Просто парень, у которого была вера. Знаете, то, что вот вокруг вас часто нет веры, и мы не встречаем веру, это еще не значит, что ты не можешь иметь веру. Иисус сказал, имейте веру Божию, ибо каждый, кто скажет горе, передвинься, и в море будет вам. Начните говорить своей горе. Начните говорить этому своему мышлению, что на самом деле ты эксклюзив, что ты Божий Сын, что ты первенец, что ты можешь одеться во Христа. Да, может быть, это чуть-чуть дискомфортно, да, может быть, это новое ощущение, да, вера, она такая, что часто тяжело подумать, что есть такое ощущение, как Исав, когда он стоял перед отцом, ему немножко было страшно, что сейчас этот обман вскроется. Иногда одеваться во Христа и начинать вот следовать за Христом, жить по вере, ходить в дарах, это вот немножко похоже, как будто ты обманываешь, да, как будто это что-то ненастоящее, как будто это что-то вот, что не твое, но именно это и твое, потому что это вера. Вера — это когда вот ты действительно не можешь потрогать. Вера — это действительно, когда не было перед тобой таких примеров, которые у тебя сейчас есть, не было таких ситуаций, которые ты переживаешь. Мы иногда хотим вот свою ситуацию натянуть на ситуацию вот человека и думаем, что вот это нам поможет. Нет. Нам нужно научиться просто искать Бога верой, обращаться к Нему и не бояться заявить о своем желании, что ты хочешь быть победителем, что ты не согласен на эту позицию 2-го, 3-го, 5-го, 25-го, просто участника, первый. Это страшно, это вызов, но это мышление. Это то мышление, которое сделает нас счастливыми. Это то мышление, которое поможет нас высвободить весь тот потенциал, который заложен Богом в нас. Мы уже говорили с вами, что такое кризис среднего возраста однажды, да? Что это выход человеческого естества, человеческого организма на максимальную фазу активности. И духовно, и физически. И если человек не достает это из себя и не научится этим пользоваться, не узнает своих даров, не начнет пользоваться своими дарами духовными, потому что написано «всем дал дары». Всем. Хватит думать о себе, что у тебя нет даров. Хватит думать, так сидеть, что кто-то другой должен вот там быть первый. Ну, я не такой, я не могу так проповедовать, я не могу это делать, я не могу организовывать людей, вести за собой. Но есть что-то, что ты можешь, и ты будешь в этом первый, и ты будешь от этого получать удовольствие и наслаждение. И вот эти вот пределы, которые ты будешь раздвигать, они все будут шире, шире, шире и раздвигаться. Потому что это Бог в нас заложил. Это Бог в нас заложил, это желание быть первым. Вот это вот чувство разочарования от того, когда ты не первый. Это наше естественное чувство. Если вы прочитаете Откровение, там есть обращение к семи церквям. Откровение Иоанна. И вот я заметил, что есть один момент, который повторяется каждой из семи церквей. Одно слово. Может быть, там есть еще какое-то слово, которое повторяется. Но там это очень важное слово, которое идет в конце каждого послания, каждой церкви. Знаете, как это слово звучит? Побеждающий. Побеждающий. Не победитель. Потому что победитель — это уже все победитель. Это уже все, жизнь закончилась. Побеждающий. Я просто быстро вам прочитаю. Это вот Откровение. Там 2 глава, 7 стих. Ну, вы там потом сами найдете. То есть это вот послание семи церквям. Имеющий ухо, 2 глава 7 стих, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дать вкушать от древа
жизни, которая посреди рая Божия. Да? Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 2 глава 11 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. 2 глава 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, и они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, да? Побеждающий. 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его имя пред Отцом моим и пред ангелами его. 12 стих, 3 глава. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя новое. И 3 глава, 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающему. Побеждающему. Это новое. Это на самом деле новое, то, что в тебе мир, жизнь. Вот именно мир, как, да, как что-то не от Бога, да, потому что написано, что все, что есть от мира, есть не от Отца. Да, но все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. Да? И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Поэтому вот все то, что нам нужно победить на самом деле, это победить мир. Мир – это победить это мирское мышление, которое заключает тебя вот в эти рамки, что ты не можешь принять эту силу от Бога для того, чтобы быть первым, быть побеждающим. Которая все время, вся сила твоя уходит это вот на это исполнение похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, да? Похоть плоти, похоть очей, это ясно все, да? Вижу, хочу, то, как сейчас люди живут, пробую, хочу, все хочу. Исав, правильно? Похлебку, есть хочу, мне нужно сейчас, самое главное. А исполняющий волю Божью, у него есть другое мышление. Он понимает, что есть смысл сейчас терпеть, есть смысл сейчас бороться, есть смысл сейчас думать по-другому. Есть смысл сейчас не соглашаться на то, как все мне диктует, да? Потому что там написано «гордость житейская», да? Третья часть, то, что есть в мире. Гордость житейская, все, чем люди так гордятся в этой жизни. Да? Сейчас вот мир так живет, люди так живут, они все время чем-то перед друг другом гордятся. Хотят быть первыми, хотят вот, да, именно такими вещами мирскими. Но нам дано другое мышление, чтобы победить мир. И давайте откроем последний стих, которым я бы хотел закончить сегодня. Это первое письмо Иоанна, 5 глава. Четвертый, пятый стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Аминь. Понимаем, да? Бог нам дал Христа. Христос прервал свою жизнь на середине жизни. Вы знаете? На середине жизни. Ему принадлежала радость жизни. Он действительно должен вот был просто жить и наслаждаться этой жизнью, и быть первым, и побеждать, и делать еще много вещей. Но знаете, он взял и прервал это, остановил самый рассвет жизни, для того, чтобы мы смогли продолжить. Понимаете? Просто мы смогли продолжить в нем, через него, его силой, его праведностью, его мышлением. Это то, что он сделал. Просто отдал вот это продолжение своей жизни здесь, на земле. Наша цель не только на небо попасть. Наша цель здесь, на земле, так прожить. Так прожить. Так прожить. Чтобы не стыдно было, чтобы радость получить от этих побед. Чтобы не в унынии проживать. Чтобы изменить этот ход истории, как изменил этот Иаков, которому вот второй. И все.
Кто тебе сказал, что ты второй дух? Кто тебе сказал, что ты знаешь, кто ты? Это проповедь. Поэтому я бы просто хотел, чтобы мы вот чуть-чуть загорелись, чтобы мы поверили, чтобы мы начали мечтать о том, что есть что-то большее для нас, для каждого из нас. Что есть сила, что есть дары, что есть будущее, что не факт то, что ты сейчас знаешь, и то, что тебе рассказали, это все, что есть. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся и, в принципе, закончим.